А люди сложнее, чем я думала. Нужно получше их изучить. И первым объектом изучения станет... Как ты смеешь нападать на моего товарища? Волки не боятся противников, которые сильнее их. Бывают даже случаи, когда волки охотятся на медведей. Но только тогда, когда они нападают стаей. Глупая псина! Почему я не объединил Японию в своей прошлой жизни? Потому что не мог. Закрой пасть! Так ведь так и было. Не говори! Им так весело вместе играть. Похоже, мне конец. Попалась! Я победила! Битва была непростой, но я справилась. Мне попался суровый соперник, но порождение зла не смогло устоять перед моим интеллектом и смелостью. Они такими всегда были? Выглядят как-то ненатурально. Пластика не... Дай пожмякать. Они были подарены мне небесами! Уже суббота? Сегодня? Уже завтра? Да, уже завтра. Вот черт! Только вчера был четверг. Так что сегодня пятница. Значит, завтра еще не наступило. Совсем забыла, что стандартные методы на тебе не работают. Главное, держи рот на замке и следуй инструкциям, это должно сработать. Да, теперь как только он подойдет, достаточно близко. Ты уснул, что ли? Быстро подымай на него взгляд. Стоит вашим глазам встретиться. Юта! Великан! Махина! Огош! Огогош! Доска! С твоим-то ростом не порулить. Шино, ну ты и коротышка. Понятненько. Лучше больше не дразнить Шино из-за ее роста. Впервые я с тобой согласен. Ты хочешь такой мячик? Вовсе нет. Я совсем такой не хочу. Но ведь хочет же. У меня шикарная идея. Я дену его на ногу. Они его так не увидят. Круто, да? Так вообще они не заметят. Ой, я на что-то наступила и порезала ногу. Ты вообще головой не думаешь? Внучка моя, слабые должны использовать мудрость, чтобы одолеть сильных. Таков путь человечества. Человечество. Человечество. А это то самое, во что верил мой дедушка и показал мне Сора. Потенциал человечества. Игра окончена. В обычном блэкджеке ты получаешь назад в 2.5 раза больше поставленного. Так что победа за мной. Как же так? Потенциал человечества. Стеф, внучка моя. Дедушка. Если твой оппонент тоже человек, то все впустую. Все впустую. Эй, дедуля! Все впустую. Дедулюшка! Для начала расскажи, как в нее влюбился. Пока я голодно ожидал свой обед от Гарима. Я влюбился с первого взгляда. Это просто голод! Вовсе нет! Я лично узрел тайну моего хозяина. Теперь у меня так много фоток корицы. Я прекрасно помню каждый заснятый момент. Готово. Оу, дай! Будь я собакой, мы бы с корицей могли так сняться! Корица! Ох, корица! Хозяин. Вы знаете буквально обо всем. Не то, что я.
Разумеется, я же Хокаге. О чем я только думала, пытаясь сравнить себя с вами. Кстати, а что вам нравится, кроме азартных игр? Черт, здесь это не написано. А это что, настоящие? Это моя новая игрушка, с ее помощью можно бабло печатать. Прямо как настоящие, да? Это статья! Да вот, что-то захотелось оказаться среди заснеженных гор, где абсолютно все укрыто белым снегом. Даже самое грязное и уродливое. Да грязнее тебя в мире нет! Я выброшу тебя из окна! Стой, я ж вампир, не выбрасывай меня на солнце! Я умру, я умру, я бессмертный, но я умру! А люди такие жестокие создания. Хотеть попробовать? Говорил, интересное что-то покажешь. Мы пришли сюда. А ты что, рекламу устроил? Меня это не интересует. Мадзама. Он, Тони, ты меня заинтересовал. Прости! Понимаю, я тебе понравился. Я вынужден тебе отказать. Что? Потому что я люблю только Хитоми. Чё? И почему меня вдруг отшили? Харутора! Почему ты не взял книги, которые... И все не так. Это не то, на что похоже Нацуме. Наказать извращенца, наказать извращенца, наказать извращенца! Ты с семьей в Америку укатила? Да, сначала так и намечалось, но потом пилоту привезли хорошую траву, и мы полетели в Африку. Может, пилот и мне отсыпет? Глаза! Приехала посмеяться надо мной, а смешишь сама? Что это за плоская грудь? Грудь! 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 Из запутанных связей рождается неприязнь. Из неприязни – желание убить. А желание убивать приводит к преступлению. И к чему все это? Тот, который пытался меня убить – это... Ты! Вчера в раздевалке перед баней я вывернул твои трусы наизнанку. Поэтому ты совершил преступление. Что ты сделал? И правда! Чего? Только я сейчас заметил? Идиот. Значит, Казума этого не делал. Кора-сенсей! Можно и нам немного льда? Они, наконец, открыли мне свои сердца. А эти радостные улыбки... Какие же они жестокие! А еще там должны быть беленькие труселя! Увидеть! Пока я жив, я хочу увидеть! Я должен увидеть! Что? Красненькая мотня? Чего творишь? Как мне это какать? А что за кнопка? Водичка. Она что, теплая? Прогревает чувствительное местечко. Семь, 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 семь